Бизнес-инкубатор – место, где можно осуществить мечту. За 4 года на этой площадке были созданы десятки успешных проектов. Лучшие из лучших представили на дне открытых дверей. Это мобильный экскурсовод. Приложение подходит для любого гаджета. Программа распознает место на геолокации и рассказывает о рядом находящихся исторических местах и памятниках. Инкубатор нам помог сразу несколько раз. Как с самого начала, когда мы создавали компанию, мы пришли в инкубатор для того, чтобы получить консультацию юридическую. Как вообще компанию оформить? Какие процедуры нужно пройти, чтобы ее зарегистрировать и начать деятельность уже официальную? А в дальнейшем мы использовали помещение инкубатора. Бизнес-инкубатор помог в свое время разработчикам промоботов. Олег Кивакурцев ценит опыт, полученный здесь. Огромнейший плюс. Основной – это, конечно же, предоставление определенных площадей. Вот сейчас на Бушкина 66 есть пермский мейкерспейс, куда каждый, у кого есть идея, может прийти ее реализовать, попробовать. И главное, что такие площадки собирают определенные сообщества талантливых, умных людей, с которыми мы работаем и контактируем. На дне открытых дверей ребята представили новую разработку. Знакомьтесь, мобильный снегоуборщик. Работает с помощью дистанционного управления. Кстати, это первый в мире серийный образец такого типа. Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов тоже оценил. Самое главное в том, что работает команда молодых людей, очень талантливых, очень грамотных, профессиональных, связанных с нашим городом и прославляющих наш город и в Российской Федерации, и за рубежом. По словам главы администрации города, у властей далеко идущие планы. Дмитрий Самойлов уже дал поручение найти площадку для создания муниципального технопарка. Его резидентами станут те, кто реализует проекты в сфере промышленного производства. Создателям мобильных снегоуборщиков уже предложили места для работы. Татьяна Александрова, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта».